Всем здорова, друзья! Продолжаем проходить Resident Evil Код Вероника. Вот. Попали мы, короче, на Антарктиду. Посадочка была жесткая. Ну и мы в прошлой серии взяли, короче, ключ от комнатушки. Сейчас туда отправимся. Штриховой код мы пока выбрасывать не будем. Ну, сбрасывать в этот ящик. Вот. И у нас тут запарное место прям тут с этими летающими мотыльками сраными, которые просто вымораживают прям. Так, один готов. Второй готов. Ну-ка, третий. Фу. Да ладно, спанул. Отравил. Ну, хоть они это, личинки на меня не насадили свои. Они бесят просто своими личинками этими. Прям. Просто вымораживает это. И взяли, короче, АК-47. Да. Калашников. У нас теперь есть. Супер калашников. Так. Используем ключик. Давайте посмотрим, что у нас в этой комнатушке находится. Я надеюсь, что очень часто в этом помещении, ну, с этими мотыльками мы не будем находиться. Как бы, блин, постоянно бегать. Это реально жесть. Итак, наша главная задача, я так полагаю, нам надо запустить питание. Так, что за агрегат стоит? Это что? А, дверь, да? Дверь. Пока не будем туда заходить. Давайте здесь еще посмотрим. Что у нас здесь еще имеется? Так. Туда не спуститься, да? Это большое такое помещение прям. И ни черта нет. Так, смотри. Дырка в виде восьмиугольника. Есть заметка. Ядовитый газ при обнаружении запечатать. Ага. При обнаружении надо запечатать. Так, смотрите, везде про газ какой-то говорится. Противогазы есть. Там в комнатках. Тоже здесь вот недалеко. И вентиль, да? Который перекрывает газ. Видимо, будем. Будет какая-то утечка, наверное. И будем бегать, перекрывать этот газ. Так. Кто-то опять ползает. Слышите, да? Собака. Похоже на собаку. Оп! Да сдохни ты уже! Падла! Хера себе! Ты смотри, какие они живучие! Еще живая! Охереть! Ты просто смотри, какие они живучие, все эти твари! Видимо, мороз на них действует. Так, коммутатор сел. Сначала запусти генератор. Угу. А генератор где у нас? Так, генератор. Здесь, не здесь. Так, а здесь-то ничего нет. Еще не лежит. О, патроны для пистолета, неплохо. Еще одни. Тридцаточку патронов взяли. Можно выбрать пистолет. Так. Вон, смотри, там еще какие-то кнопочки блестят.
Опа-опа-опа-па! Все, сдохло. Так, аптечка, аптечка, аптечка. Бери. Бери! Нам нужно, мы и так столько аптечек потратили просто. Море. Так, здесь что у нас? О, смотри, еще аптечки. Можно скомбинировать. Можно скомбинировать. Сейчас как раз сделаем это. О, видал? Так, ладно. Не будем. Не будем комбинировать в 3. Там какой-то вон. Смотри. А как туда попасть? Там смотри, какой-то значок. Ну, какая-то лампочка горит. Как туда? А, о. Здесь-то ничего нет. Видимо, ни черта. Так, это, наверное, генератор. У генератора есть рычаг. Дернуть рычаг. О, неужели мы сейчас запустим свет? Запустим электричество. Отлично. Да блин, застрял. Застрял, и теперь что там? Сюда? Питание. О, да будет свет. Отлично. Наконец-то. Да будет свет. Здесь у нас... О, смотри, там еще. Хера мы тут пропустили, видали? Аптечек, да? Сколько? Бери. Не зря я забежал сюда. Не зря. Так, ну, в принципе, все. Так, теперь можно нажать там на кнопочку в сейв-руме. Ну, смотри, светло прям стало. А, смотри, это какой-то этот, бурительная машина какая-то, да? Понятно, здесь у нас нету. Нету вентиля. Окей. Фу, звуки какие-то, что-то все это вроде там что-то заработало так, да? Так, окей. Сортировочный прибор сортирует, посылает на склад. Понятно, это мы уже делали все. Так, стой. Тут коробка. Нет, нет нужды. Нет нужды это делать. Так, окей. Давайте зайдем. Посмотрим. Со светом, может, мы здесь что-то пропустили. Свет теперь дали. Ой, что-то все горит. Да ладно, рвануло что-то здесь куча химии, зачем-то использовалось. Так, понятно, надо, короче, здесь станция лифта, она остановилась наверху, никуда не годен. Понятно. Так, здесь нам теперь не пройти, нам нужен огнетушитель, чтобы потушить огонь. Здесь что-то изменилось, нет? Противогаз.
Понятно. Освободить, когда у тебя... Да ладно! Они здесь респанят? А, это снизу он бегает, да, походу? Да, это он снизу носится. Так, погоди, ты там не быкуй, ладно? А, это, кажется, часть сортировщика. Здесь дырка. Так, окей, ладно, здесь ни черта. Здесь, наверное, что-то надо будет делать с конвейером, с этим. И потом сюда уже возвращаться. Так, давайте бежим нажимать на кнопку. Хотя, здесь ничего нет. Нет. О, сейчас опять эти твари. Не бесит они. Так, сдох. Добил. Все, отлично, да? Их по три штуки здесь вылетает, походу. Вот огнеметик бы сюда. Просто сжечь и все. Так, отлично, свет загорелся. Свет загорелся. Так, я думаю, наверное. Аптечки сейчас выложим. Ну, зеленую можно скушать. Так уж и быть. Зеленую скушали. Так. Ну, кстати, вот эту папку не брали, да? Заметки Александра. Мой отец Эдвард открыл вирус вместе с Нобелевским лордом Спенсером. Они изучали его в военных целях. Вскоре их поиски принесли. Они создали разновидность материнского вируса Т. Вероника. Они работали под прикрытием Umbrella Inc. А, Инд. Я биогенетик и участвовал в какого-то там. Какого-то, короче, проекта, поддерживающий моего отца. Мои эксперименты были очень... И мой отец умер, не доведя проект до конца. Очень жестоким, что ли, там. А сейчас мы отстаем от других исследователей, так как в сфере деятельности этой вируса большая конкуренция. И я запятнал имя семьи Ашфорд, великая Вероника, мне этого не простила бы. Ничего не поделаешь, Umbrella что-то кинет Спенсера. Я должен завершить проект без помощи Спенсера. После долгих размышлений я основать большой завод, который поместил в транспортном терминале, который я сделал в заброшенной шахте в Антарктиде. Внутри завода будет встроенная комната, она будет нам на мой дом. Чего, блин? Наследство Тревора. В ней я буду предаваться сладким воспоминаниям. В целях безопасности тайному проекту дано кодовое имя. Это имя прекрасного предка семьи Ашвардов, Вероника. Которой мне так не хватает. Я уверен, что результат моего исследования будет так же знаменит, как и честь семьи Ашвард будет восстановлена. Короче, понятно. Ясно, понятно. Так. Отступ в виде алебарды. Так, окей, давай здесь нажмем. Смотри. Потайная комната. Этого я чувака припоминаю, да. У него там
Всякая херня потом вылезет из спины, короче, надо будет его мочить. А, возьми горшок. Зачем мне горшок? Окей. Штрих-код горшку приделать. Так, что тут у нас есть? О, смотри, ключ. Что-то есть. Что-то наклеено. Наклеена комната машины, на дне горшка найдена. О! Ключи от машины и комнаты, отлично. Я думал, это лифт, короче, а это, видишь, это вот такое, вот такая штукенция здесь. Так, ладно. Погнали. Не знаю, аптечку брать не буду с собой. Думаю, как-нибудь справимся. Отлично. Так, машинная комната у нас здесь наверху. Блин. Вот лишняя трата патронов с этими вот летающими тварями, короче. Это просто капец. Так, сюда мы заходили, да? Сюда мы заходили, по-моему. Здесь у нас комната рабочих была. Да. Здесь у нас зомби, смотри, сколько крови, да? А, в потемках не видно было этого. Где может чинить? Разглядеть можно теперь, может еще что-нибудь можно взять? Нет. Полный беспорядок. Окей. Это что такое? Что-то лежит, смотри, мы что-то пропустили. А, чернила. Йоколомена чернила, короче, и карта, смотри, карту взяли. Неплохо. Вот что значит, да, подать свет. Можно разглядеть всякие штучки-дрючки. Ладно, погнали, короче, в машинную комнату. Так. Машинная комната, она здесь? А здесь что у нас? Не помню. Да. Машинная комната вот здесь. Вот здесь она находится, по-моему. Вы исчерпали ключ машинная комната. Так, смотри, рычажки всякие. Пипец, вы прикинь, какая там холодрыга, да, она в футболочке бегает. Это ж пипец. А где у нас Стив-то? Куда он подевался? О, еще одна комната. Еще одна комната. Похоже, австралийская исследовательская база находится в 7 милях отсюда. Куда мы должны отправиться? Хорошие новости! И посмотри на это! Это землеройная машина. С ее помощью мы сломаем стену, и у нас будет шанс. Так. Ну, по-любому, чтобы ее там запустить, чтобы на ней работать, надо что-то, короче, будет сделать. Потому что просто так не получится ничего. Стив, осторожно! Ай-яй-яй, Стив, ну что ты? Загляделся на задницу. Это токсический газ! А вот тебе и газ. Да опять туда бежать? Да вы что, блин? Давай! Капец. Стив, ты идиот. Это я виноват. Не говори так. Послушай, мы выберемся отсюда. Не говори так. Вместе. Во всем виновата задница Клэр. Давай! Мы должны остановить газ. Если мы разделимся, у нас будет больше шансов.
Хорошо. Стив! Не забывай, мы выберемся отсюда. Вместе. Так, окей. Надо, короче, теперь за противогазом. За противогазом, короче. Вот. И возвращаться туда, в комнату. А, сейчас опять эти твари летучие. Да ладно, патроны кончились. Ну что ты будешь делать, а? Оп! Пронесло, блин. Ты уж думал, сейчас сядет на меня. Так. А, противогаз вот здесь, да? Где пауки были. Так, погоди, слышь, противогаз замок освоить, если потечет газ. Газ потек, ты чё? А чё за хрень? Освободить газ, если потечет. О, освободить замок, если потечет газ. Блин, падла! Так добил. Так, сказал бедняк. И чё нам? Нам теперь... Давай попробуем туда в комнату забежать. Там же еще одна дверь была. Давай попробуем. Не знаю, получится или нет. Сейчас как скажет, типа, там газ. Хрен туда попадешь. Угу, в этой комнате ядовитый газ, слишком опасно внутри. Так. Вот смотри здесь. Еще лента. О, аптечка. А, синяя трава, короче. Ну, тоже аптечка. Синяя трава. Давай скомбинируем сразу. А цех машины, понятно. Это ничего не сделать. На кнопочку тоже не нажать, да? Да блин, не нажать, понятно. Так. Значит, знаешь, что надо? Нам надо найти вентиль. 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 Вентиль и шпунтиль. Так.
здесь сможем. Здесь же дверь, да, есть еще. Она закрыта. Да. Блин, а что тогда делать? Надо как-то этот... противогаз достать, но я не знаю, как его. Может выстрелить? Разобьется. Да. Ах, ты села на меня, падла. Кусок говна. Не знаю, надо, короче, это. Я не хочу тратить аптечку. Отлично. Вот так. Вот так вот надо с ними. Со всеми. Так. Окей. Давайте по порядку, я не знаю. Или какой по порядку? Давай сразу туда пойдем. Попробуем выстрелить. Если не прокатит, то пойдем по порядку. Работает. Тут дырка. Я рад за эту дырку. Так, не работает. Давай попробуем здесь. Попробуем здесь. Здесь нам ни черта не сделать. Установлено наверху. Куча химии. Вот что делать? Вот что делать? Комнатушку идти? Остается. Потому что больше некуда. Так, погоди, а здесь... О, ты смотри! Я забыл-то про эту штуку. Здесь же можно что-то нажать. Наверное, погоди. Есть заметка. Газ антимутант, осторожно. Вот так. Ты послал штриховой код. Теперь можно запустить. Я же забыл, да, про эту штуку. В смысле? Панель управления сортировщика. Нет энергии, не могу работать. В смысле нет энергии? Я ж подал энергию, ты чё? Так, куда-то уехала. Так, окей. Погоди.
А, нет, не сюда, блин. Не сюда. Вот сюда. А, вот и противогаз. Не нужно использовать. Ладно. Это нормальный газ, да, получается? Это хороший газ. Хороший газ. Так, сломан утечка газа антимутант. Антимутант. А почему паук-то живой? Все четко теперь понял. Так. Сказал бедняк. Теперь куда нам? Теперь нам надо обратно. Где газ? Я-то убил? Отлично. Весь калаш, короче, только на мотыльков истрачу сейчас и все. Это просто. Это фиаско, братан. Так. Ну давайте сейчас сходим в ту комнатку, где газ. И потом. В комнате ядовитый газ, надеюсь, противогаз, да. Потом сохранимся уже. Так, окей. Здесь мы не были. А где Стив шарится? Я хрен знает. Тут ходить-то некуда. Стив все где-то шарится. Так, смотри. Вот он. Клапан. Восьмиугольный, да, этот? В принципе, и все. А можно было, наверное, я думаю, вот это все не делать. И если бы мы изначально зашли в эту комнату, короче, взяли клапан, я думаю, нам бы не пришлось вот эти вот лишние движения делать всякие. Ну что, давай отправимся, сохранимся. Честер, главное, чтобы нас не траванули. Она отравила? Отлично. Отлично. Да блин! Как так-то? Еще и сирануть успела. Окей. Ну, главное, личинки не оставила. Это самое главное. Так, окей, сохраняемся, друзья. И кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте.
Не забываем комментировать. Вот. Заглядывать в описание. И с вами был Валерий.